Очень странная гуманитарная помощь США в Сирию. Вероятная вспышка коронавирусной инфекции на подконтрольной Вашингтону и удерживаемой силами сирийской оппозиции территории, расположенной на восточном берегу Евфрата, грозит обернуться полномасштабной гуманитарной катастрофой, пишет российская газета. Еще больше осложняет взрывоопасную ситуацию наличие в Заевфрате переполненных тюрем для пленных боевиков ИГИЛ. Эпидемия COVID-19 в таких лагерях с ужасающими условиями содержания приведет к массовым бунтам заключенных, чреватым полной дестабилизацией этого региона Сирийской Арабской Республики. Осознав всю тревожность возникшей ситуации, в Вашингтоне решили действовать. Как сообщило в начале апреля курирующее данный регион Центральное командование Вооруженных сил США, контролирующим северо-восток Сирийской Арабской Республики, оппозиционным сирийским демократическим силам от имени Международной антиигиловской коалиции была передана партия оборудования для борьбы с COVID-19 на сумму $1,2 миллиона. При этом в номенклатуру переданного курдским формированием оборудования, помимо собственно медицинских средств, перчаток, дефибрилляторов для больниц в городах Хасики и Шададе, попали спецсредства для подавления бунтов, маски, палки и щиты. Такая, мягко говоря, странная в рамках борьбы с новым коронавирусом гуманитарная помощь далеко не случайна. Из тюрьмы для захваченных боевиков ИГИЛ в том же Хасике в конце марта уже была совершена попытка массового побега заключенных. До этого подобные инциденты происходили и в других центрах содержания, а новые бунты, похоже, не заставят себя ждать. При проникновении COVID-19 в тюрьмы для членов терроризации в Сирии произойдет медицинская катастрофа. По данным СМИ, в американском руководстве всерьез опасаются, что плененные в боях за Раку и другие сирийские города террористы используют назревающий эпидемиологический кризис для еще большей радикализации своих членов, а также вербовки новых сторонников. Туберкулез и другие болезни, свирепствующие более чем в 20 таких местах не столь отдаленных, уже подготовили все условия к вспышке коронавирусной инфекции. Тюрьмы очень-очень переполнены. Социальное дистанцирование просто невозможно. Люди набиты в них очень и очень тесно. Так описывают изданию «Политика» ситуацию с содержанием подконтрольными американцам СДЭЗ более 10 тысяч пленных игиловцев, два высокопоставленных офицера международной коалиции. По их словам, все, что она может сделать в нынешней ситуации, это предоставить тренировку, оборудование для борьбы с беспорядками и навыки обращения с заключенными в случае, если они выйдут из-под контроля. Как сообщил финансируемый правительством США «Голос Америки», в случае проникновения COVID-19 в места лишения свободы для членов терроризации, среди которых около 2000 иностранных граждан, там произойдет настоящая медицинская катастрофа. Гасить ее с помощью дубинок и жестокости, если и выход, то явно лишь временный и чреватый новой волной экстремизма в регионе. Если, конечно, США не намерены негласно использовать смертоносное инфекционное заболевание в качестве окончательного средства решения проблемы заключенных игиловцев, которых в настоящее время нет никакой возможности не предать суду, не распустить по домам. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.